Стереофонический электропроигрыватель «Россия» позволяет проигрывать пластинки любого формата, значит, от миньонов до дисков гигантов на трех скоростях. 33-я скорость стандартная для всех пластов, для большинства пластов, 45-я западная эстрада и 78-я. Благодаря 78-я от патефонной пластинки, благодаря сменной головки, игле в головке звукоснимателя, вот переключатель, можно проигрывать как стереофонические пластинки, так и пластинки на 78 оборотов, которые применяются для патефонов старинные. То есть это на самом деле универсальный проигрыватель, благодаря ему можно прослушивать, в общем-то, любые пластинки из вашей коллекции. Вот, как я уже сказал, стерео два канала, из регуляторов регулировка тембров по низким частотам и высоким частотам, регулировка баланса по каналам, регулировка громкости, переключатели моно, стерео, переключатели входов, звукосниматель, магнитофон либо, скажем так, иной источник и линия, то есть радиотрансляционная. То есть может быть использован вот на таком положении в качестве усилителя для, скажем так, для усиления сигнала с мобильного телефона, либо с компьютера, с ноутбука, с планшета. Вот. Включается, выключается кнопкой сеть. Давайте посмотрим в работе. 33-я скорость у нас сейчас установлена. Стоит пластинка на 33 оборота. Включаем сеть, берем головочку звукоснимателя, переводим на нужное нам место пластиночки и вот этой клавишей пуск включаем. Если нужно остановить, клавишей стоп останавливаем, переводим в нужное нам место пластинки и снова пуск. Здесь имеется микролифт, то есть минимальные нагрузки и повреждения на пластинку, на виниловый диск. Также имеется автостоп. Сейчас проверим, как работает автостоп. Вот когда пластиночка заканчивается, игла выходит из выводной канавки, срабатывает автостоп. Вот смотрите. Допустим, песня кончилась. Прошу прощения, автостоп у нас был не включен. Здесь имеется включатель-выключатель автостопа. Сейчас мы его включим, я вам продемонстрирую, как это работает. Thank you.
Вот видите, сработал автостоп. И галочка поднялась, двигатель остановился. Очень удобно. А переключатель скорости имеется вот здесь. То есть, как вы видите, 33, 45, вот 78 оборотов поставим. И посмотрим, как это у нас будет воспроизводиться. То же самое, но на 78 оборотах. На 45. Вот такой вот интересный проигрыватель. Спасибо за внимание.